Челябинский метеорит сбил неопознанный летающий объект. Такое шокирующее заявление сделали уральские уфологи. Специалисты не исключают, что небесное тело разлетелось на мелкие кусочки благодаря НЛО. Инопланетяне, по словам экспертов, прилетели спасти нашу Землю от взрыва. Только вступать в контакт с людьми в очередной раз не стоит. Мы муравьи все, да? Вот в сравнении там с теми. Вот, и помогать, вступать с нами в контакт им просто неинтересно. Идите, вступите там с кошками в контакт. Судить инопланетян, я считаю, что они есть в любом случае. Судить их по нашим меркам бессмысленно. То есть у них может быть иная логика, иные чувства или вообще отсутствие чувств. Шокирующая версия возникла, когда в интернете появилось видео, на котором снято, как какой-то неизвестный объект догоняет метеорит, проходит через его тело и уходит дальше. Кроме этого ролика, уфологи берут во внимание то, что на Урале в последнее время повысилась аномальная активность. За 2 недели до падения болида несколько очевидцев в Челябинске и в поселке Шабровский сняли, как в небе движутся неопознанные объекты. Специалисты по НЛО считают эту версию пока единственно возможной, однако она противоречит научной. Астрофизики уверяют, что болид мог взорваться при контакте с атмосферой.